которому больше 200 лет. На нем корекордов. Лошадь меньше, чем за 2 минуты пробежала дистанцию 1600 метров. Это рекорд Украины. Между русистых пород лошадей до сих пор еще никто не перебежал. Звездочка. Она одна из самых старых лошадей нашего Панамкуба. Как мы видели, Веста — это ее бабушка. На самом деле белой масти не бывает. И серая лошадь. Это светло-серая лошадь. То есть масть по масти называется светло-серая, не белая. Масть очень интересна тем, что она меняет свою окрас несколько раз. Мы когда ее купили, она была в яблоках, такая серая, темный у яблок.